уделите минуту. Дорогие Неспрессо, европейцы, россияне и Иван Вырпаев, скажите, пожалуйста, с каких пор открытый покадровый плагиат стал вознаграждаться денежно, на конкурсной основе? И, пожалуйста, не говорите, что вот это никто не заметил. 6000 евро. Поездка в Канны на фестиваль. Европейская известность. Жюри, если вы не заметили этого, то какие из вас вообще кинематографисты? И да, мы тоже участвовали в конкурсе. И да, нам с полностью оригинальной идеей вдвойне обидно проиграть плагиату. Это как-то меняет то, что Неспрессо, Иван Вырыпаев и трое якобы элитных специалистов в коротком метре выбрали открытый плагиат на промофильм. И только ли в российском кинематографе в последнее время проблемы с плагиатом?